Всем привет, Арма. Ночная миссия. Операция вооруженных сил Швеции с поддержкой вооруженных сил Великобритании по уничтожению передовых беспилотников МК-12 «Фалкон» в Норвегии, созданных для продажи в Россию. Я отыграл эту миссию за атаку, нас было 97 человек. Оборона же, соответственно, силы Норвегии 88. Давайте смотреть, как это было. Всем приятного просмотра, погнали. Не знаете, где купить игры в 2023 году? Я нашел для вас решение. На Case4Gaming вы можете приобрести как игры для различных сервисов и платформ, так и просто пополнить свой кошелек Steam, PlayStation или Xbox. На сайте имеется различная игровая валюта, как для мобильных игр, так и для ПК, а также софт от антивируса до Windows. На сайте все очень удобно, делится по разделам и найти можно все что угодно, в том числе предзаказы. В качестве приятного бонуса 10% скидка на все по моему промокоду Пацанта. Все ссылки в описании. Ночью какие глаза-то там тебя срисуют? Тут нихуя не видно. Ну, я так понимаю, что, наверное, у них есть тоже это самое. Во что смотреть. Если нахуй, у них тоже по НВ 4. Думаете, 4 глаза. Не писать, доверьте себе. Опыту. Блядь, чё щёлкают? У всех щёлкают? Да вроде нет. Приём? Принём. У всех, да. Щёлкают, просто я не слышу. Пока лично в тачке вылезем, будет правда. После боя надо было кому-то забор починить. Так и запишем. Вышли. Синий, да, все видят? Да-да. Предлагаю двигаться по нему. На себе метки, сам Коджикс, если буду вас пехотно тащить. Ты тащишь пехотную на нас, так? Да, но я же в технике буду на себя вести. Все, снеги вперед. Снегирь чуть позади. Чтоб понимать, кто снегирь, кто кто. Синица, Бронза, Мазик и Флойд, Снеги. Ты тогда получается кто, Голубь? Я? Синица? Рост. Блять, так, по вашим
начинаю ехать. Так, бинокль бесполезен, понял. Ну ты рано едешь, не торопись. Шнегирь, я молотка вошел в зону. Молотка принято, принято. Чиниться. Пусть в клетке. Самое главное, чтобы не в духовке был гусь. Бля, не тащите машину по-братски, а? Там какие-то барки уже спереди, блядь, бегут вовсю. Как различать свой чужой, я не понимаю, так что ебашь ты всех. Так светлее. Чё не пару? Светлее в синем ПНВ? Ну, прям темные, они прям светлые. Рукава длинные у нас, по-моему, у них нет. Линейка, да? На карте линейка есть. Так, начинаю подтягиваться за рукава. Ну, по сути, спян уже может быть здесь, если они сигнули. Бля, мужики, я предлагаю чуть-чуть посидеть, покурить. Да-да, нет смысла, блядь, ломиться. Сейчас пизды первым получим, будем в лобби смотреть, как другие играют. Залегли, полежим, посидим, блядь, покурим, пускай все там высадятся, пойдут, подвигаются. Канни, ты на актуальной? Недалеко убежал? Я на актуальной. Сейчас пацаны уйдут по прямой, а ты как будешь догонять их через заступ? Стой, стой, машина, стой, 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 заглушись, стой. Посидим минут пять. Походу еще никто нигде не закусился. Да, да, поэтому посидим. Тут на западе от нас, блядь, ровно прям от нас, блядь. Были люди, они куда-то должны деться, блядь. Скорее всего, они плюс-минус где-то здесь. Там еще южнее 8 человек, еще, там много, блядь, дохуя может быть здесь кого. Ну вот, поэтому давайте лучше посидим. Мы в этом направлении единственные, блядь. Все, что бегает, пока что вокруг нас, все ебашьте. Блять, какой-то... Как в Дельтафорсе, нахуй, график-то, блять.
кстати, бинокль с ночником у меня. А, да. Сам, давай к вам подъеду, если что, забачу на себя двигателем. Заглушусь, как подкачу. Зачем? Постой, не торопись. Мы никуда не торопимся. Времени на миссию хуево тучу, блядь, времени. В гости к Богу опоздания не бывает? Угу. К нему никогда не опоздаешь. Сейчас эта вся хуета поймет, что типа, а, здесь никого. Плюс мы маршрут-то нарисовали в общий канал, они такие, ага, и сдвинутся куда-нибудь. И мы спокойно пойдем. Дальномер на АР почему-то не стреляет, что за хуйня? Тап. Немножко зажать надо. Я, блядь, зажимаю долго. Тап, зажми. Или букву Т. Вы на актуальных? На тап показывает градус. Да буковка Т попробуй. Нет, это вообще не работает. Нет, он на R шкалу показывает, а этот стреляет, а почему-то дальность не показывает. Да, не определяется то, что ночь, скорее всего. Че за зажимы? Хорошо. У кого-то бой. ЛКшка хуячусь. Вы, получается, все под высотой, да, под 3-94? Мы на метке. На метках. Перед нами Ахмат там. Я говорю, на метке, на под горой, блядь. На 3-94 не будем подниматься? Зачем? Поднимись. Мы не воюем за камни. Блядь. Да поднимись, повоюй, блядь. Апексы, блядь. Между нами одна высота. Ну иди, иди, поднимись. Посмотреть, как другие играют, интереснее, конечно. Ну да, они вот вдоль каменной гряды-то и сели. Вон сейчас Ахмат ставит метки. Скорее всего, наши туда тянулись. Ну, может, кого-то оставить могли, конечно, одного, двоих, троих там, или пятерых, блядь. Давайте потихоньку вперед, блядь. Я предлагаю пересечь дорогу, вот сейчас поставлю зеленую, до зеленой идти, и там посидеть еще немножко. Вот туда вот перейти и посидеть там. Давайте я подъеду так, чтобы я контролировал город, когда вы будете двигаться, чтобы я что мог подавить их. Иди, езжай, езжай. Сейчас выкачусь так, чтобы видеть. Открытый, конечно, аккуратно.
Я не понимаю, как здесь определить враг свой, чужой, блядь. Шепот не забудьте. Ебать. Нам через эту гору, что ли, надо будет? Смотрите, укреп на юге 170, блядь, где вышка и здание. Там пехи бегают вражеские. Он смотрит прямо вниз. Я на нее смотрю. На нас бежит. Пех сидит на уровне вышки, блядь. Вот это большое. Да, под вышкой прям сидит. Расстояние конское, блядь. Еще раз повтори. Куст под вышкой? Да. Он под вышкой прям стоит, блядь, в полный рост. Он бегает там белый, светло, блядь, вокруг бункера, блядь. Побежал налево. Подельник. Я не вижу, сейчас залью. Не надо заливать. Да не ничего. Надо ничего заливать, подожди, хуйня. А, окей. Как буду видеть, как-то надо залью. Пройти там, блядь. Я не представляю, там слушай. Сдохнешься. Там лысая гора, блядь, как там пройти, я хуй. Да это вот эта миссия, блядь, помнишь, там, блядь. Ну, нам не... Карабах, блядь. Ну, похоже, это лупа. Пошли. Но это не та. Пошлите вперед. Я город пока смотрю и южные кусты смотрю, но пока никого в бинокль не вижу. Так, я молчу до последнего, контролирую три этих постройки на высоте 1.5 километра. Не, это очень далеко, надо подходить ближе. Ну, я не понял, я буду двигаться, как у вас, если кто-то стригрис на вас, начну подавлять и уеду. Не пересекать дорогу. Тут по-любому крысы остались, я уверен. Наблюдатели, конечно же, есть. Наблюдатели какие-нибудь. Блять, там в этой вышке чувак сидит, в бункере чувак, блять. Мы хуй пройдем. Надо как-то обходить их, либо справа, либо слева, от хуйня все полно.
А, так тут два укрепа еще, левый и правый, блядь. Там правее есть этот проход. Опа, глушак. Да, что за глушаки сзади? Бабай. Бабай. Бабай закончился. КВ-сдвиг. Сент. Бабаевская машина теперь нас разъебывает, да? Угу. У кого труба? Въебите труба ее. Есть. Майонез. Прием. Ебите машину бабаевскую. Она ебашит нас же. Кто сейчас бегал? Въебите бабаевскую машину, еще раз говорю. Я стрелял сейчас мазик. Ты можешь по машине стрельнуть? Я его не вижу. Подожди, мне враг бегает. Стрелял по белому хуй какому-то. Я думаю, это враг. Въебите ее. Топа нам стали. А, блин, издалека. Кого убили сейчас? Флот жив. Центр жив. По кому это сейчас было? Привет. Да непонятно, блядь. Были прилеты, но тут еще рядом. Мальчик. Сядьте, не шевелитесь. Ты убил его, нет? Не нашел. Походу, он съебался. Все, лежим, никто не бегает. Любое движение — это враг. КВ еще раз сдвиг. Thank you.
Санта. Сука, он, походу, съебался. Все, полежим, не шевелимся. Тачка уехала на северо-восток, выше города, блядь. Дал метку, куда-то туда поехала. Бронзу убили, около мазика. Принял, принял. Ганни живой? Майонез, машину увидишь, ебашь трубы. Машина наша ебашит. Я вижу, где она стоит. Бля, майонез, она на горе стоит, машина. Понял. Подожди. Она далеко, я... Где-то вот здесь. Да, да, видишь, я метку ставлю, она прям на склоне стоит. Да я слышу, но туда далеко. У меня тут еще хуй бегает где-то, или один, или двое, хуй знает. Короче, лежим, ждем, пока они съебутся, потом пойдем.
гору пошли? Нет, нет, он ушел на 50 куда-то туда рядом. Больше не вижу, он туда шел, в ту сторону. Блять, эта хуйня сейчас будет на мозги ебать сзади, блять, пидорас. За отряд. Тачка спускается потихоньку по лесу, блять, с горы. Следующий КВ. Походу все наши сдохли. Живой.
Так, один есть. Мазик был с трубой, скорее всего, это тот, кто убивал майонеза.